Всем привет! Сегодня предлагаю вместе со мной сделать вот такие красивые елочные украшения. Вот, разные шары, вот такие, такие. И все делаются они по одному и тому же принципу. Будут у нас шары, будут также вот такие вот игрушки, такие вот поделочки. Это можно делать вместе с детьми. Я думаю, детям это интересно, своими руками сделать вот игрушечки, которыми можно украсить елку. И для этого нам понадобится что? Разные вот, можно тесемочки какие-то ненужные, ну вот, к примеру, да, у меня есть. Можно разные ленты вот брать. Можно просто вот брать краски, например, да, вот у меня по стеклу очень отлично рисуют они по пластику. Если нету таких красок, можно взять вот золотую краску, украсить, ну вот такой вот шарик, да. Ну, фантазии вот уже разные. Вот можно взять вот такие вот, продаются на елку бусы, да, и вот разделить вот эти снежиночками, такими бусиками обклеить шар, то есть все, что угодно, что у вас есть. Итак, давайте посмотрим сам принцип. Делаются такие шары из пластиковых бутылок. В данный момент вот у меня шары белого цвета, я их не красила в белый цвет. Для этого я брала вот бутылку, идут бутылки из-под молока, ряженки, кефира, вот они идут белого цвета. Есть, к примеру, живчик, да, напиток желтого цвета бутылка, то тоже очень красиво. То есть, я думаю, цветных бутылок пластиковых можно найти. Можно брать прозрачные вот бутылки, тоже делать, ну, то есть, в принципе, разницы нету. Единственный вот момент, сейчас я вот уберу, убираем мы сразу из бутылки этикетку, она нам совсем не нужна. И вот смотрите, мне очень нравится делать такие шары, вот бутылки, вот в которых есть вот такие вот полосочки, да, как бы ребрышки они вот сделаны. То есть мне не нужно размечать, можно на глаз, конечно, порезать, но можно немножко криво, не одинаково. А тут вот очень удобно, по полосочкам берем и режем. Смотрите, вот прозрачная бутылка, не знаю, будет видно или нет, как бы, чтобы видно было. Сейчас, вот так, да, значит, видно. Вот видите, она тоже идет в такие вот полосочки. Вот, вот идут полосочки. И вот по этим полосочкам тоже очень удобно, вот вся бутылка в полосочках, тоже удобно нарезать вот эти вот такие кружочки. Итак, берем любую бутылку и разрезаем на такие вот колечки. Для этого мне удобно использовать вот такой резачок. Кстати, покупала на AliExpress. Ну, очень удобная штука, такая остренькая. И много для чего она мне вот удобна. Я вот делаю такие надрезики. А потом уже дальше дорезаю ножницами. Вот. Потому что сразу ножницами разрезать неудобно. Можно, в принципе, ножом. Ну, вот. Нету, неудобно, вот у меня есть такая штука, я вот не делаю. Дальше я беру ножницы и уже при помощи ножниц вырезаю вот по этим полосочкам. Вот. Вырезаем такие вот кольца, получаются у нас кольца. Так, это убираю. Дальше вот где наши, вот где я сделала надрезик, и вот по кругу. То есть удобно вот брать, ну вот мне удобно для этого брать именно с такими вот ребрышками бутылки. Ну, повторюсь еще раз, что можно брать и просто гладкие бутылки любые, и на глаз примерно вот одинаковые кольца нарезать. Тут особо, если даже немножко получится чуть толще какое-то колечко, тоньше, я думаю, особо страшно не будет. Итак, нарезаем бутылки вот на такие вот кольца. Нарезали колечки, вот. Дальше, ну вот, к примеру, сделаем вот такой вот шар, да. Для этого я брала тесьму вот такую.
можно ленты брать, ну, все что угодно. Ну, давайте уже такое покажу. Сам принцип. Можно клеить клеевым пистолетом, можно клеить, приклеивать клеем момент, потом клей драгон очень хорошо тоже. Ну, то есть все, что вот можно сочетать и клей, который может приклеить к пластику ткань, да, вот. И так приклеиваем. Я это буду делать клеевым пистолетом. Я уже предварительно поставила прогреваться. И теперь быстро вот так вот начинаю. Вот до половинки проклеила. Прикладываем ленточку. Вот. И быстро вот так приклеиваем. Смотрите, вот как бы напополам, да? Вот так. До половинки. Здесь я отрезаю ленту, то есть я не по кругу веду, потом объясню, чего. Сейчас край вот подклеиваем. Вот, все, готово. И точно так же, вот смотрите, да, напополам у нас. С этой стороны начинаем приклеивать. Тоже вот не доходим до конца, отрезаем. Не угадала половинку, вот так. Ну, вот, да, вот так. Смотрите, вот здесь у меня свободное место, и вот здесь. И сейчас этот край хорошо приклеим. Все. И так клеим 4 таких колечка. Первое есть, и еще 3. Точно так же. Четыре кольца у нас готово. И теперь вот смотрите, вот где у нас осталось не без тесьмы, да, вот расстояние. Вот так вот накладываем, видите, друг на друга. Вот. И тоже проклеиваем эти места, то есть соединяем. Так. Вот. Крест-накрест, вот видно, да, приклеили первые две. Теперь с обратной стороны. Так. Дальше берем следующую. Теперь вот в этом промежутке ставим. Вот так. Снова наносим клей. И приклеиваем. Кстати, если вы это делаете с детьми, то как бы клей-момент я не советую брать, так как он очень воняет, клей-момент. Ну, клеевым пистолетом можно, если ребенок, в принципе, не маленький. Вот, то есть запаха нету, но надо аккуратно, чтобы, ну, вот здесь вот ребенок, чтобы не мог обжечься. Так. И, в принципе, можно еще какой вариант, если это с детками, можно двухсторонний скотч брать, вот, к примеру,
Или же клей «Драгон» тоже подходит. Он, в принципе, без запаха. И тоже хорошо клеит. Так, приклеили. И остается вот еще одна полосочка. Берем, ставим здесь. Наносим клей точно так же. Так. Вот, да, теперь вы поняли, почему мы тесьму не клеили до конца. Для того, чтобы здесь, ну, просто здесь было бы сильно такое вот толстое утолщение, если бы, ну и плюс тесьма, неизвестно, как себя поведет, когда мы будем приклеивать много этих слоев. Так, ну вот, сделали. Вот, заготовка шара у нас уже готова. А дальше уже ваша фантазия, как можно украсить. Вот этот шар вот я украшала, приклеивала стразики, видно. И в промежутках вот через один я вот так вот приклеила дождик. Ну, давайте этот шар сделаем немножко другим. То есть хочется, чтобы они разные были. Я возьму вот такие снежинки. Вот, наверное. Так. Сейчас отрежем. Здесь есть разные бусины, можно и снежиночки, и что угодно. То есть, что есть, можно даже пуговички какие-то ненужные. Так, ну давайте. Можно посерединке, можно вот так даже по две. Наверное, по две на каждую штучку буду приклеивать. Вот где-то здесь одно. Наносим клей, приклеиваем. Вот так. И здесь ниже. Вот так. Дальше. Вот следующую здесь тут одну приклею. То есть дальше фантазируем уже. Дальше снова две. И так весь шар клеим. Вот, приклеили все снежинки. Места, где у нас вот стыковались все кружочки, да, то есть мы тоже, я тоже запрятала снежиночкой. Можно вот как, вот, к примеру, вот в этом шаре, да, вот я взяла просто немножко дождика, закрыла это все дождиком. Вот, то есть тут уже смотрим, фантазируем. Ну и я здесь еще, наверное, добавлю вот такие вот белые бусины, приклею. И приклеиваю между снежинками бусинки. Вот так. Прижимаю. И так клеим. Такой красивый шар получился. Вот каждый шарик по-своему хорош, по-своему украшаем. И осталось нам прицепить ленточку, за которую мы будем подвешивать на елочку. Вот. Можно сделать дырочки. Если, к примеру, это не ленточка, а веревочка, да, то можно вот здесь пробить шилом дырочки. А можно вот взять просто ленточку, завести ее между полосочек вот таким образом. Теперь вот выравниваем и делаем узелочек.
выравниваем край и не забываем обжечь вот так, чтобы потом у нас лента не рассыпалась. Все, наша игрушка вот такая вот красивая, необычная, готова. Далее можно взять, вот как я уже говорила, сейчас я быстро покажу, к примеру, вот такой шар, да, то есть все делается точно так же, только я брала вот золотую краску, берем золотую краску, дальше можно брать кисточку, либо сейчас вот такую вот мочалку, вот мочалку для посуды можно брать. Вот у меня есть, это я тоже красила что-то. То есть вот так вот обмакиваем. Здесь неудобно залить, большая. Вот в краску. И вот таким вот образом вот проходим губкой, красим. То есть легко, быстро. Дальше можно добавить сюда дождик, и будет тоже очень красивый шар. Ну, то есть дальше фантазируем. Еще как можно сделать, как можно украсить шар, я уже показывать не буду, лишь скажу. Тоже можно вот это все обмазать клеем и обмакнуть просто в манку. Манку можно даже покрасить анилиновым красителем, то есть чтобы была цветная, будет тоже очень красиво, оригинально смотреться. В покрашенной манке я вам покажу другие шары, то есть это будет другое видео, чтобы я не задерживала ваше время. Вот. Ну, надеюсь, вам было интересно, понравилось. Ставьте лайки, если все-таки понравилось вам видео. Делайте вместе со своими детьми, украшайте свой дом, елочку вот такими прекрасными шарами. И не забудьте посмотреть вторую часть видео, как сделать вот такие красивые тоже из бутылок вот такие вот поделочки. Всем спасибо, подписывайтесь на мой видеоканал, ставим лайки. Всем пока-пока!